Thank you.
Спасибо огромное. Браво! Браво! Спасибо. Спасибо. У нас у казахов есть пословица. Нагыз казах казах эмес, нагыз казах думбыра. Что в переводе означает? Не казах настоящий казах, а думбыра и есть настоящий казах. Так что, видите, солнечный хром хром Казахстан. Чуть сломается. Жизнь моя, дары ты нашей, ай да и вы.
Точно!
Класс. Love you too. Thank you. Следующая композиция называется «Дай мне любовь, судьба моя». Все мы хотим любить, быть любимыми. Я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы все ваши заветные мечты забывались, чтобы вы любили и были любимыми. Готовы спеть? Жадар хамбукай дам Твои волосы на танцах. Свет и ты, где ты
Спасибо большое. Можно вот этим дружным, красивым коллективом припевчик один раз? Махабат Бермахан Тахтар, Махабат Бермахан, Махабат Бермахан Тахтар, то, что в мире нет плохой нации,
мире нет плохой нации. В мире нет плохой расы. Хорошо, мы делимся на нации, на религии, на какие-то другие принадлежности. Неважно. Неважно. Мы все люди. У нас получается общаться друг с другом через невероятный язык, язык музыки. И вы это доказываете на высшем уровне, за что вам огромное человеческое спасибо большое. Yeah.
влюбились в классический Димаш и даже не пополнились, ушли сразу. Классики, они все такие. Следующую композицию, перед тем, как исполнить, я хочу еще раз повториться. Я хочу еще раз повториться, что я объездил очень много стран, и как бы это ни скромно звучало, меня во все страны очень хорошо принимали. Это не говорит о том, что я не имею в виду, что я там мега крутой артист, просто я хочу сказать то, что все народы хорошие, ребята. Нет плохой нации, понимаете? Плохой нации нет. Следующую композицию я начал писать 3 года назад, ровно 3 года назад, когда мне было 25 лет. Мне просто в какой-то момент захотелось написать произведение о том, что мы не должны делиться на нации, на расовые принадлежности. Хорошо, да, на край мы делимся на религию, но в любом случае нельзя делиться. Вы понимаете, о чем я? Я за то, чтобы... Неважно, я, например, мусульманин. Я уважаю всех, неважно, какую религию вы поддерживаете. Для меня не важно, в принципе. Я вижу, что люди будут хорошие. Самое главное для меня это. И через эту композицию я хотел... объяснить всем, что мы должны жить в мире. В мире! Я сейчас больше ничего не буду говорить, потому что мы живем сейчас в такое страшное время, когда ненароком сейчас могу задеть кого-то либо. Поэтому главный месседж – любите друг друга, неважно, казах, армянин, украинец, англичанин, китаец, неважно, русский, кыргыз, узбек, вообще неважно, ребята. Да здравствует мир! The story of the truth.
Очень милый ты шел,
Спасибо большое.
не останавливаемся. Сразу же следующая песня. Ну вот здесь.